На фото Гіо Лерос лаконічним, але красномовним жестом нагадує гідранту, що той обіцяв балотуватися лише на один президентський термін. Або, як прокоментував інший дописувач в соціальних мережах, чим грав, туди його і послали. При баригах нам було очень хреново, поэтому вибрали Зеленського. І тепер у нас нет бариг, а также кислорода, денег, зерна, угля, газа. А электричество нам в аварийном порядке поставляет Путин через Лукашенковскую Беларусь. Хотіли жити по приколу, пустили в хату шахраїв, а ті змили харчі зі столу і кажуть, це Порошенко з'їв. Нагадаю, що в 15-16 роках Порошенко сплатив 3 мільярда гривень податків, а Зеленський в той час купив 3 квартири в Лондоні. Хто ж з них кращий господарник, да? Повторю свою мысль двухлетней давности. Каждый, кто во втором туре президентских выборов не голосовал за Порошенко, был или умственно неполноценным, или вражеским агентом. А возможно, и тем, и другим одновременно. Всі притомні люди знали, що холодильник рано чи пізно переможе телевізор. Несподіванкою стало, що цей холодильник – це холодильник морга. Але, панове, пам'ятаємо, що іронія – це техніка безпеки буття. Для вас чергова пісня про плесень від веселих яєць. Журналі «Зеля наш». Кожди вечір розступає, друг. Єсти кушать нічого тебе, мой друг. Если ты от жизни от такой устал, так может быть заглянешь ты в зеленый квартал? Здесь кирдуют откаты, здесь кирдуют откаты из бюджета страны. Из бюджета страны. Здесь выводят в офшоры. Где? Не. От зари до зари. Арестович танцует, это пусть и санал. В пучку целует, даже если устал. Здесь опять беспределит их зеленый квартал. От... Их зеленый квартал. Их зеленый квартал. Если снова опа наступает, друг, не ищи причину далеко, мой друг. Если новый кризис нас опять достал, значит здесь шурует зелбанутый квартал. Там одни дилетанты. Да, там дилетанты. Все державы на пасть. Дали в руки им власть. Хоть давно в арестанты. Нафиг. Им пора бы попасть. Их тупые законы множат бизнес на нуль. Ну а фонд пенсионный превратился в дыру. Вот такой у нас с вами их зеленый квартал. Их зеленый квартал. Их зеленый квартал. Все их достижения это просто пшик. Правит Украиной пустозвон шутник. Если мысли гложат, чтоб трындец настал, значит, нами рулит зарбанутый квартал. Голосует там быстро. Голосует там быстро. И всегда под заказ. И всегда под заказ. И тасует министров. Тихо. Чтобы сбросить балласт. Может, хватит смеяться и турнуть их за шеи. И с вещами на выход их зеленый квартал. Бо капец беспределит. Цей зеленый квартал. Той зеленский квартал. Той вечерний, блин, квартал. Журналия «Зеля наша».